have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Horrific Housing у нас сегодня. Нравится нам этот режим. Здесь прикольно, здесь хорошо, здесь безумие. Так, что у нас... Где у нас яйца-то открываются? Ну, заходишь сначала Томсом и все. Death Effects, погоди. А где у меня пэты? Вот питомцы. Вот, хэтч, хорошо. Я яйцеголовый. И... Летающий камень. О, летающий камень. Летающий Хочешь, камень. Хочешь, покажу, как он выглядит? Он у меня появился, я могу его одеть. В общем-то, летающий камень выглядит вот так вот. Видишь? Вижу. А, вопрос в другом. Если ты резко остановишься, не прилетит ли он к тебе в голову? Я сейчас взял лимонную машинку. Так, а что у нас было? У нас был... у меня дудец есть, серьезно? Откуда у меня дудец, я не помню. Получил. Так, а это что? Это дискошар? Планета? Это Луна. Откуда у меня все это? Я не помню, чтобы у меня это было. Откуда я это все получил? Получил все. Все, я буду с Луной ходить, пофиг. Мне нравится. Она с эффектами. Она крутая. Это диско-луна. Я взял себе мини-лимон. Так, one plate не. Один хп. Давай по классике, сегодня. Ну, я выбрал один блин. Лимон на колесиках, блин. Это мой питомец. Офигительный. Я вижу. Дудец. На дуде игрец. Может надеть киберкролика? Так, классика выиграла, хорошо, пойдем по классике. Здесь классика достаточно безумная. В общем-то, а что такие эти маленькие стали? Что? Что такие островочки маленькие стали? Они всегда такими были? Нет, нифига! Как теперь на крышу-то запрыгивать? Легко и просто. Оп! Но я же запрыгнул. Просто фейспалм. То есть ты стоишь рядышком, прыгаешь, тебя отталкивает от крыши, ты падаешь вниз. Все, вся катка на этом. Вся катка просто на этом. Мой киберзайц такой крутой. Да, я посмотрю за тобой, погоди. Ёлки-палки, это было просто эпическая фиалка. Дракон, золотой. О, пытается столкнуть. Давай! А, так тебе и надо. Мерлин Монро, она же Мерлин Монро. Так, кто у нас? Си Доу. Ой, мой домик сломаленьким. Сломаленьким. Киберзайц. Погоди, ты же аниматроник. Это обычный киберзайц и все. Киберзайц аниматроник. О, я могу пуляться с паутинкой. Человек-катук. Есть этот человек-латук, а есть человек-катук. Нет, серьезно, острова стали... Ну, то есть мы пошли по классике, без каких-либо модификаций. Вот, а... Ну, как она тебя убьет? Нет, я ее убью. Ладно, повезло. У тебя остался один хп. То есть мы пошли по классике, и острова должны были быть классического размера, но они очень маленькие. Вот эта кромочка вокруг стала вообще чертовски маленькой. Она была раньше больше, и можно было спокойно на нее зайти и запрыгнуть на крышу. Сейчас, кроме того, что я на ней еле поместился, на крышу запрыгнуть у меня уже шансов не было. Как это вообще происходит теперь? То есть чаще всего запрыгивание на крышу увеличивает шанс на выживание. Я думаю, это все потому, что получил всю эту китайскую штуку, и тебе кажется, то, что все стало гораздо. Нет. Я имею в виду кромка возле стеночки. На это, там китайская штука никак на это не влияет. Она стоит перед домом, а я говорю сбоку от дома. То есть на крышу всегда нужно было запрыгивать сбоку от дома, и кромочка сбоку стала просто крошечно маленькой. Я выиграл в Блоксе, все. На какую номинацию? Я
не хочу, чтобы Крипер со мной дрался. Его взорвет, и тебя тоже, поздравляю. А вас, а, вас двое осталось, давайте, слейте друг друга, и мы пойдем играть. На сетку? Понадобилось. Да, сеточка понадобилась, выручила. Мне вообще-то выручила перемотка времени. А, у тебя была перемотка времени? У, я супер человек! Супер чебурек! Иди сюда! Я тебя убью быстрее, не успокойся. Ты у него жизни забираешь? Да. А! Ты чё? Ты как вообще? В смысле? Зачем? Он, ну ты же выиграл крысу, бы. Хоть у него был лазерный меч. И у тебя тоже был лазерный меч, если чё. Так зачем убегать, если у тебя есть оружие? Так, а что за... Лава. Яйцо я получил. Так, может скеттерд? Давай скеттерд? Да, давай. Что у тебя есть еще по питомцам? Интересно-то. Да я сам удивился, что у меня столько питомцев, которых я не знаю. То есть луна, есть дудец, есть камень. Камень я сегодня получил. Сыр. Летающий сыр, НЛО, пингвин, тучка и собака. Вот этих вот ребят я знаю. До НЛО я всех знаю. А откуда у меня взялась луна и дудец, я не знаю. Ай, там мяу. О, в моем яйце теперь есть желток. Блин, реально островочки стали крошечные. Видишь, вот эти вот столбы китайские, они просто, они текстурка, они прозрачные. То есть я мог... Блин, мы что, тонем? Давайте чат нафиг уберем, он мешает. Да, мы тонем! И вот как мне теперь на крышу забраться? Да в смысле? У чувака ноги, у него нету ног, он летает, он ходит по лаве. Я утонул, круто. Блин, да просто удачный день упали сегодня. А как теперь? Ну, то есть, елки-палки. Смотри на этого чела, который на моем доме стоит. У него ног нету, он просто летает, его лава не трогает. У него дракон. Насчет того, что лава потихонечку поднимается, я этой фишки, ну, может быть, и знал, но забыл, потому что, блин, это была подстава сейчас. Пусть этого Альберта убьют, он заслуживает смерти. Кислотный дождь и лава. Идеальное сочетание. Ну все, короче, всем пока. Каточка закончилась. А он еще и выиграет. Да, он выиграл. Мужицкий дождь. Моя супер луна. Та-та-та. Так, ладно. Ладно. Эффект славы понятен. Шутаут. Да. Ну, конечно, мы сейчас быстренько отъедем, но это... Е-бой. Е-бой. Уха. Посмотрел на лидерборды, и там вой. Так, ладно, что выбрали? Выбрали-то что? Шутаут? Нет, лайн. Выбрали лайн. Заеду к себе в домик, сяду на кресло. Уф. А у тебя нету кресла. Ага. Да, надо кресло прикупить. Дарт Вейдер. Слушай, чувак, свали от меня, бычара. Спасибо. Хочешь зайти ко мне в гости? Тут весело. Мы все здесь. О, кстати, летали. У меня на каске написано 2021. Roblox 2021. Прикольно. Круто. Так, а ты у нас где? Я с вами Паскальный Розовый Чувак. То есть самый последний. Почти. Ух ты, посмотри на этот вкусный хот-дог у меня в руках. А, мне стало тесно сидеть, ты что делаешь, блин, придавил меня на диване тут. Ты...
Ты че, широкий сильно? Офигеть! Вот это размерчик! Че это? У тебя даже сова на плече растолстела. Это как вообще получилось? Да я ее тоже покормил немножко. Ай. Это вообще была драка с снежками. Ну ладно, мы ее пропустили. Твоя рука меня прижала к креслу, я теперь встать не могу. Хорошо, что я в каске, иначе я умер. Ты прав. Глянь, как этот ведущий и сова смотрится. Ой, что-то зацепляет. Что там? Я не могу пройти. А, вас соседи задавили, спаси. Ёпарасоте, вода! Соседи задавили, давай поднимайся. Я не могу! Ой. Ой. Так, ладно. Сколько? Третий раз я за сегодня сливаюсь из-за того, что у меня... Из-за того, что я не могу подняться на крышу. Из-за того, что, черт побери, не могу подняться на крышу, Карл. Даже я жирный смог подняться. Я не знаю, в чем проблема. Ну, наверное, реально проблема в моих кривых руках, но ладно. Или да. Или да. И вода постоянно так будет? Так не, не, все, отлив. Наконец-то я могу занять кресло, а то кто-то мне мешал сидеть. Че это за коплы? Офигеть. А че эти коплы делают? Вот они переливаются на дома и че? Кевин не умер, он просто спит. Все. Пойду понаблюдаю за тобой. Как же хорошо сидеть на диване. Ты что, головой... А, эту штуку можно теребонькать? Эту? Тыкву. Ну да. Ты на нее кликаешь, она шатается? Не, она просто шатается, когда ты к ней прикасаешься. Прикасаешься? Да. Я не толстый, у меня я шерсть густая. Я такой крутой, я из сова Роблок же. Мне вот так вот показалось, что это Дож каменный голем, а потом оказалось, что это просто... То есть, хороший угол такой. О, подарки. Подарки? Кто-то сказал подарки? Да. Пикл Рик в башне с акулой. А это, кстати, это... А, это Тимур какой-то. У меня есть мина, которую я могу поставить. Па-бап! Па-бап! Вот эти осенние деревья тоже, кстати, хорошо выглядят. Ой, это что, лайфлайн? Нет, не лайфлайн. Как же круто, меня никто не сможет убить, потому что я дальше всех. Бу-га-га-га-га. Опа, сеточка. А сетка может исчезнуть? Да. Ну ты понял намек. Да. В какой-то момент они могут отпрыгаться и где-то взорвёт. О, яйцо. Где яйцо? У кого? Чувак подобрал. Погоди, тут уже начались Экхан? Нет. Это у меня с прошлого Экхан 2018 года. У тебя твой дом единственный оставался. А, где? Ты что? В магазине. Ты случайно открыл свой магазин. Вот так вот ты сидишь, бах, стал толстым. Бах, свой магазин открыл. Бах, я остался единственным домом. Я не могу на второй этаж зайти, спасите! Ты слишком жирный. Так. Твой домик единственный остался. Он у чувака какая-то фишка разрушенная с башней. И твой домик, и все, вы вдвоем остались. Он будет в тебя сейчас пейнтболом стрелять. Не сложно. Сколько мне? 6 и 4. Он твой дом разукрашивает. 54? Что 54? 54. Как сюда попал? У меня был пример, сколько будет 9 умножить на 6. Как сюда попал? Ну, он тебя сюда краном доставили? Ну, видишь, здесь... Я чей дом не разрушил. То есть, по идее, ты на витрине, значит, продают тебя. Да. А! Пикл Морти! Пикл Морти! Я стал худым. Ты стал пиклом. Ты стал кроликом. Я кролик. Самая быстрая трансформация в мире. Опа! Большой кот. Опа! Огурчик. Опа! Кролик. Я опять жирный, спасите. Я сдрял! А, у тебя текстурка не изменилась! Ты стал кроликом, но у тебя текстурка не изменилась! Дайте мне яйцо доставить, я голоден. Наконец-то. Чувак по тебе стреляет. Не беспокойся, он никогда не сможет меня убить. Надеюсь.
Какой вкус на шоколадное яйцо? Он упал. Вот каково это, когда кролика продают. А-а-а, безумие нарастает. Хорошо, еще одна карточка. Ой, нет, я могу купить шарик в виде сердца. Ой, блин, давай сайдвейс. Ну просто лаву я не хочу, я моментально сдохну. Я не смогу запрыгнуть на дом. Что выбрали? Я не знаю, я выбрал сайдвей. Я просто тыкнул на то, что первым увидел. Блин, ты была лава? Не знаю. Сайдвей! Да! Ух, как же я люблю, когда люди хотят зайти к себе домик, а они потом не могут. Так, хорошо. Гарантирует ли это то, что меня не затопит? Никаких гарантий. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Ты где сейчас? Тебя... А, вон, вижу твой дом. Мы с тобой на одной линии, прикольно. А где ты? А, где? Что? Ты упал? Нет! Ты упал? В общем-то, нас скинули на арену, которая была под землей, потом начался затоп, нас затопило, и я умер. Блин. Провтыкал. Печалька. Папа. Смотри, эти люди умирают. Э-э-э, ко мне не надо подниматься. Вода, прекрати, не смешно. Прекратила. Так, а сколько нас осталось? Посмотри в этом, в наблюдении, сколько там людей осталось в катке. Раз, два, три, четыре, пять. То есть три, три дома над нами, они тоже обитаемые. Раз, понял. Два, три, четыре. Не, вас четыре. Значит, два дома наверху обитаемые. Все, что внизу затопило, твой дом тоже пустой. Над нами три дома. Меня тут пыхнуло на самый низ. Горение. Я горю. Круто. И что мне делать? Ну, упасть в воду. Смешно. Смешно, смешно. Тебе дали бонг? Не, ну я горю и потихонечку восстанавливаюсь. Но это не очень прикольно. Я все-таки догорю. Я горю быстрее, чем восстанавливаюсь. Это не весело, ребят. Хватит. Сколько оно будет идти, это горение? Или просто тупо, пока я не сгорю? Ну, тупо, когда ты не сгоришь. Видишь, самый крутой способ подохнуть. Ты не умрешь от того, что ты пытался. О, я кролик. Ты получил шоколадное яйцо, поздравляю. Где? Ты не стенку свою. Что сделать? Ты коснись за стенки. Теперь у тебя есть шоколадное яйцо. Я могу его съесть? Съесть. Съел. Тогда у тебя... Если бы у тебя был один хп, ты бы мог съесть это яйцо, у тебя бы оно восстановилось на максимум. А с чем ты посоветовал его сейчас съесть? Ой, я стал невидимым. Ты сказал, ты можешь его съесть. Ах ты мелкий. Вы не советовал уже? Так что это твоя тупость? О, у меня свой магазин. Еее. Хот-дог, он может стать жирным. Может. Кому-то дали жетпак. Сколько людей осталось, посмотри. Так. Раз, два, три. Вас трое. Двое. А, нет, жетпак еще живой. Я думал, жетпак уже сдох. Это щели, которые жетпак не подозревают, а что жетпак у меня заканчивался. Лайфлинк! Офигеть! Ну зачем? Надо. О, Йода. У чувака закончился джетпак, и он стал Йодой. Пришельцы атакуют. Пришельцы макакуют. О, похитили домик рядом со мной. Бедный домик. А! Ко мне инула прикоснулась. Так, окей. Значит, у меня лайфлинкс Силин. И есть маленький Йода. Если вдруг у него появится меч, он сможет меня убить. Это не очень хорошо. Он тебя видит? Да, к сожалению. Луна палит. Да, не то, что луна палит. Лайфлинк палит. Да и лицо у меня нарисовано.
Причем с затылка его не видно. Оно есть только спереди. Если кто-то смотрит на меня сзади, больше шанс, что меня не увидит. А вот так вот на фоне облаков вообще невидимый. Но морда... Нет! Да! Прыгай на стенку быстро! А, нет, это того не покажи. У меня дом сгорел. Но я горю тоже. Чувак, у меня для тебя хорошие новости. Прыгни на стенку и прыгни на другой дом. Зачем? Потому что мне нужно. Я спрыгнул в другой дом, только я все равно горю. Это такой прокатис, не бойся. А, нормально. Пчелы! Трогай. Это у вас пчелы? А, у меня жизнь восстанавливается, это хорошо. Я пока еще не сдох. Сколько чел? Мы вдвоем остались? Да, походу. То есть Йода сдох? Или же... Не, Йода спрятался в моем доме. Ах, ты ж мелкий. Он, оказывается, спрятался в золотом доме, а я привык к моему дому, который постоянно золотой. Что происходит? Видишь домик с золотыми звуки? Оленями рогами, да? Нет, не вижу. У меня же, понимаешь, я же не могу смотреть, куда хочу. Я же не могу наверх посмотреть. Можешь. Ну, то есть могу, но не могу. А, вон вот этот, да, там, где газ, вижу. А теперь он в замке золотом. Жильцы атакуют. Так. Пришельцы. Если макрофон. Она упадет, то все. Кстати. И да. А, погоди, мой дом не разрушился. Эта девушка, она в моем маленьком доме прячется. И Йода хочет туда залезть. Какого фига было еще шоколадное яйцо? Сетка исчезла. Йода выиграл. Шоколадное яйцо, спасибо. Пожалуйста. Сетка исчезла, я сдох, прихватил собой. Умер ради этого шоколадного яйца у меня в руках. Ладно, ребятушки. Так я благодарен. Сегодня вот так вот время очень быстро прошло, потому что круто было. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих сериях в бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.